Вот Вячеслав из Днепра, это часто вопрос задается, спрашивают, результаты духовного постижения передаются в следующее воплощение? Вот до чего? Ты дошел до какой-то границы. Это в следующем как бы перевоплощении. Ты начинаешь с этой границы? Деликатный вопрос. Дело в том, что я вам скажу, ощущение, как сказать, они не передаются. Они переходят в записи. И человек продолжает свое духовное развитие с прежней ступени, но в записи. То есть, допустим, я родился в 20 веке и достиг духовной ступени, допустим, к своим 40 годам. В следующий раз я достигну своей духовной ступени к 30 годам. Благодаря тому, что я уже занимался. То есть, а дальше к 20, может быть? Да, и кроме того, намного больше ступени. Вот я уже достигну духовной ступени к 30 годам, и она будет намного больше. То есть это ускорение. Потому что к тому времени происходит и общее ускорение. И, в общем, это невозможно это объяснить в деталях нашего мира.